Оу, ребята, всем привет! Всем привет! Наша семейка выбралась в океанариум. Гергерыч рыб первый раз увидит. Один Гергерыч, второй Гергерыч. Все, короче, будут смотреть на рыб. Куда мы, в Москву едем? Да. Понятно. Ну все, поехали. Так, вон Мишаня едет. Встретили его по дороге. Ага, Мишка, попался. Да, с поличным. С поличным тебя спалили. Все, мы поехали рыб смотреть. Все, давай. Давай. Главное, там не ловите их. Давай, там не хулигань в гараже. Постараюсь. Все желания на загар вырву. Да-да-да, ты что, между Герасимами катаешься постоянно? Вот у тебя желание там назагадывается. У тебя вообще тут три Расим, елки-палки. Три Расима? Да. Змей Горыныч. Да. Так, вот мы приехали к Рокус-Сити Океанариум. Здесь мы еще не были. Мы были в Рио, были в Москвариуме, а здесь мы не были еще ни разу. Ну что, кого ты хочешь увидеть? Сначала рыб, потом динозавриков, потом мамонтов. Похоже, не мамонтов. Ну я не знаю, динозавриков там будут, нет. Мамонт точно будет. Идем. Гергерыч. Ой, какие красивые, большие рыбы. Вот это аквариум, да, такой домой. Классный дом аквариум был. Речной угорь. Где речной угорь? Где угорь? Найди угря, Гера. В смысле? Угорь? Вон сидит. Вон угорь, змея. Вот, видишь? Ну вон, где? А почему она их не ест? Ну она такая не хищная змея. Вон она какая. А это горбыль темный. Ядовитая рыба. О, вот это рыба. Она ядовитая. Вот это она маскируется, да? Да. Да. Она живет. А вот это что за червяк? Не знаю. Волосатая рогатка. Ее зовут. Есть ядовитая. Она мама. Смотрите, она же пара слов. Это не муха, это маскировка. Морская звезда. Смотри, шевелится уже лапки. Смотри, какая жирная. А вот еще звездочки морские. Ничего себе, как их много. Красивые? Они шевелятся. Смотри, какие у них присоски. А у нее вон, вот смотрите, почти маленькие ученики. Кто это? Здесь вот эта волосатая рыбка. Кто это такой? Ой, какая смешная рыба. Это знаешь, кто это? Японская махноголовая собачка. Вон там сидит. Вот, и нашли второй. А это пинагор, рыба-воробей. У него нету плавательного пузыря, поэтому чаще всего... О, камбала какая, смотри. Морская камбала. Ты же замаскировалась под песок. Она дышит. Она плоская, у нее глаза с одной стороны, видишь? А рот боком. Вот, вот рот. Смешно. Фаль рыба, очень вкусная. Мы ее жареную кушали. Салаты полные, кефали. Ой, кто тут делает? А вон, смотри, какой. Так это и есть ядовитый, а мы перепутали. Ну да, он тоже колючий, ядовитый. Они не
Не зацепляются, не запутываются. Наверное. Понятно, вот так вот. Бальзам для волос, и они не запутываются. Никак. Ой, ты страшная рыба. У нее даже вот на этих каждых из перышек можно заметить по шипу. И вот на этих шипах я, которого достаточно, чтобы парализовать взрослого человека. Ну, это мангуст. Чего, смотри, это она без вишни. Да. А губы-то? Смотри, какая рыба к тебе приплыла. Смотри, рыба какая. Ой, а вон носатая рыба, смотри, какая. Смешная. Не, мурены, вон, смотри, какие большие. Стая целая. На кусача, знаешь, какая кусачка? Смотри, какая смешная, да? Она смотри, у нее морда как это, как перчатка резиновая. Смотри, у нее хвост там. Ага, хвост вон где торчит. А она может палец откусить запросто. Ух ты, стальные рыбы, смотри. Смотри, какие они плоские. Из железа. Гера, смотри. Рыбы из железа. Смотри, какие они плоские. Нифига себе какая, нифига себе! Вот это нифига себе, мы сегодня выехали! Вот это нифига себе прикольно, как, да? Так страшно. Смотри, как машет крыльями. Видишь, летает? Все вместе. Скат пролетел, смотри, поверхность. Ты сейчас под воду попадешь как-то, что? Все, пошли. О, акулась лежит, да. Вот это да. О, скат, скат, смотри, большой. Мне как будто что жрали 1 литр. Да? Напились там воды 1 литр. Скат, скат, смотри, большой тут был. Он электрический. Вот это да. Ну что? Гера, барракуда, смотри. Это барракуда даже какая-то. Писикашка. Акулы. О, будет, смотри. Акулы.
Они солнышками бегают, тут маленькие рыбки. Думаешь, они их едят? Да. Вон она проплыла, вон там. Дори, нам надо такую завести. Дори? Да. Она морская? Она морская. Да нам-то что, щепотку соли сыпанул в наш аквариум и все. Данема, я видела Данема. Ой, какая классная, носатая, яркая. Смотри, там кто-то. Плавает так странно, ее носит, не пойми как. Немо большой, вон смотри, ему не страшно, видишь, не стрекотает его. Посмотри, зарылся он в актинию. Да. Ему прям пофиг, он об нее трется. Ага, смотри, как он зарылся. Она его щекочет? Наверное, щекочет. Они двигаются. Других они обжигают, а его щекочет. Блин, он жесткий. Скат, вон скат. Ну, маленький, вот такой надо завести в аквариум. Это милашка, это улитка. Змея. Где змея? Вот, видишь, что? Это какие-то детки. Нет, змея. Вон змея. Кубик какой-то полосатый. Смотри. Вот так вот видит у нас Гергерыч маленький. Ну так, фигню видно, скажи, да? Скажи, видно не очень. Ой, смотри, какая мурена Гера. Смотри, какие у нее зубы. Ё-моё! Страшная, да? Зубастая. О, смешная рыба. Смотри, какая рыба, голова, хвост. Гера, рыба, голова, хвост, смотри. Не знаю, голова, хвост. Ну смотрите, вот она. Они на сушу вообще не вылезают? Нет. Ну, вылезают, яйца откладывают. Черепаха понравилась? Смотри, какая. А куда у нас Герыч убежит? Система аквариума обслуживает, которая... Я думаю, нам такое... Прикольно то, что они показали, да. Да, серьезно. Подошли. Ой, мои любимые. О, нерпы. Нет. Они спят. О, нерпы. Ага. Она не спит. Мама, посмотри, какая жирная. Вот еще одна, смотри, под нами прям. Ага. Жирная. А он плавает. О, плавает нерпы. О, к нам приплыли. Как они такие жирные сейчас. Видишь, а ты говоришь, худей. Нормально, нерпы. Вон, смотри, как весело плавает. Так она так несколько поплавала. Ну. Вот морская звезда, вон восьминог. Вон у мурены, смотри, какие зубы. Ха-ха-ха. Герыч, потрогай зуб. О, Гера, вот она, приплыла. Смотрите. О, колобок. Бульк утонула. Вон она была. Сейчас приплывет. О!
Такая плюшечка, да? Теперь они под водой все. Ой, братика, как он любит. Ой, как он братика любит. Прическа одинаковая. Хулиганисты. Гера, смотри, вон она была. Голова маленькая по сравнению с телом. Маленький пингвин просто таки. Гера, смотри. Смотри, у пингвина лысая попа, вон, смотри. Видишь, у них попы лысые. А это другая. Гера, смотри, они как птеродактили. Сейчас будут динозавры. Вон, видишь? Это рептилии. Птичка Гера, вот это махнет, так махнет. Смотри. Не пойму, ну тогда. Во-во-во, сейчас увидим. Подожди. Лемуры там? А, ну вот. О, какадухи. Круто! Обезьяна, а? Э, мы здесь. Где вы? Где вы? Я не вижу вас. Где вы? Вы где? Люди? Люди, где вы? Люди! Люди, я тут, спасите меня. Сами вы обезьяна. Вы сами обезьяна. Она меня увидела. Кушает. Мам, кушает. Они, если честно, будут котенок. Черепашки. Ну, лемурчики. Такой вот. Это животное ему интересно. Кстати, ребят, вот Лексан. Где-то 2,5 сантиметра. Вот из него делают аквариумный стекло. Мама у нас хочет черепашку такую. Вот такую. Вот такую хочет. Черепашка. Подушечка черепашечка, да? Черепашка. А вон, смотри, какая писякашка глазастая. Нет, вот это она настоящая. Да? Ну, пошли тогда. Герыч кормит рыбок. Нет, им вот так. Вниз опускай, они прям пить будут. Там, с ней, видишь? Опускай, опускай, опускай вот так. Они прям красные. Да. Да, высасывают из них. Ну вот, кормят. Хочешь покормить? Попробуй. Возьми одну руку. Прикормили, да? Ой, они как... Не вот этот брызгает. Чмокают. Они как мягкие. Не, не брызгай, ты сейчас выбрызгаешь корм. Гера, не брызгай, держи просто им. Опускай, чтобы они пили из соски. Нет, а что? Ух ты, какой веселый! Мог, смотри, какой мой здоровый! Смотри, бивни у него какие, видишь? Да. Это скелет мамонта настоящий, Гер. Настоящий, да. Настоящий это. Ну, нашли его, выкопали и вот собрали из костей. Видишь? О! А он мамонтенок, видишь, маленький. Такие поделки из кости мамонта. Из рогов. Вон в кости, в бивне, да, видишь? Резьба. Резьба в бивне. Кости. Красота, конечно. Что тебе понравилось? Ты потерялся на фоне медведя-то. Не садись, не садись. Да. А вон горностай. Это горностай, да? Да, или соболя.
О, какие зубы, смотрите. Чем интересен данная выставка? Тем, что есть кости, экспонаты, которые можно потрогать, взять аккуратно, не урони только. Я не уроню. Положи, положи. Ух ты, волк. И тактильно ощутить все эти вещи. Маленький волк, чучело пума. Чучело пумы и волка, да. Вот, ребят, амефийский бизон. Возраст этой мумии 50 тысяч лет. С ума сойти. А вот мамонтенок. Это настоящий тоже. Мумия мамонтенка. Давайте узнаем про мамонтенка этого. Мамонтенок Люба ее зовут. Это слепок, это не оригинал. А тот оригинал, да. Вон какие три пальца на хоботе у мамонта. Мы тут смотрели, пока билибинскую лошадь, подошли к мамонту, он стоит огромный такой, неожиданно. А вот пушной зверек, писец, который приходит ко многим неожиданно, появляется без спроса, да. Милый писец, пушной зверь. Многим писец наступает. Вот мишка белый. Моржа он съел. Вон моржа. Бивни. Такая монгольская лошадка. Маленькая, приземистая. Так, ребят, мы побывали в зоне моря и океана. И, оказывается, есть еще озера и реки. Это речные рыбы, водящиеся в пресноводной воде. Мы хоть здесь посмотрим рыб. В этом году мы рыбалкой вообще не увлекались. Не успевали никак. О, осетры какие, да. Таня, нам такую рыбу надо споймать. Я такую на хутора наловил. Хорошо, поленца. Хорошо, поленца, вот так вот. Блин, здоровая. Речная форель. А в горном пекаре такая форель? Ёршики он. А, она добыча налима. Ёрши. Вот это да. Вот это они зубастые. Нет, это не ёрши. Зубы, смотри, видишь какие? Ну, смотри, 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 как он шевелит над лапами. Смотри, как прикольно. Сомики вон, да. Сомики, это совища. А, сомики. О, смотри, прилип сомик. О, жопа у сомика. Смотри, что он прилип. Гера Чимина им дает на ходу. Растут в детский сад у Скатика. Вера, видел детский сад у Скатика? Ага. Ну, видел, сколько маленьких там? Да, классная экспозиция тоже, да? Есть. Суперсон. Видишь? Малой смотрит, разглядывает. Я вижу. Вот, видишь? Да. Экзотичная рыба арапиама называется. Пресноводная.
А это какие-то окуни африканские. Смотри, кого я нашла для тебя, мой друг. Водяной баран. Вон она, рептилия твоя сидит. Жаль, его тут нельзя трогать, да? Да. Вон, смотри, какой он, крокодил. А представляешь, Герик с таким целовался, обнимался. Да? Я сейчас тебе боюсь. Ой, скатиков сколько. А сейчас, согласился я? Ой, какая рыбина здоровая. Слушай, а тут они все такие мелкие? Вот отсюда смотришь, а снизу посмотри. Видишь, какие все большие становятся. Какая смешная морда у этой рыбы. Жить за спирами есть. Кто? А, это пятнистая панцирная щука. Это как раз та щука есть, которая вот. Алексей, вот твоя щука тоже такая мелкая была. Потом выросла и съела всех рыб. Пятнистая панцирная щука, ребята. Это, если хотите, чтобы у вас всех рыб в аквариуме сажали, заведите себе такую. Все съест. Ну что, понравилось вам? Классная экспозиция. Реки, озера. Мы ее чуть не пропустили. Поэтому, если будете в Крокусе, знайте, что есть две экспозиции. Есть море и океан, и есть реки и озера. Они разные, входы разные на них. О! Вот они, нерпы-то. Да, вот эти позабавные. Вот это да, и черепахи. Черепахи. Твои любимые черепахи, быстрее. Вот. Пизикашки. Смотри, они дерутся. О, черепахи дерутся, правда, смотри. Да. Родители. Битва черепах. О, сейчас эти пустые. О, какие у них, как у пингвинов морды. Смотрите, черепашки маленькие. Смотри, как рыба. Смотри, как они играют, кусают друг друга. Черепахи, смотри, он, видишь, за лапу схватила и катается на ней. Одна на другой. А смотри, а этот за эту лапу цепляется? Он... О, большая рыба плывет. Класс. Три куска курицы. Крокодильчики. А прыгают они очень, кстати, быстро. Очень быстро и резко. Здесь свободно летают птицы. Вон они сидят. Где? А, вон они сидят. Вон, видите? Вон там, вон сидят две птицы. Увы, у нас садится батарейка, и мы будем заканчивать съемки. Но очень красиво и здорово. Вон щука какая стоит, панцирная, здоровая. Вот она, смотри, какая выросла, большая. Вот одна панцирная щука, вот вторая. Видишь, две штуки? Это в этом они такие были, как его? В Рио, да? Воришки были обезьяны-то, помнишь? В Рио, ты не помнишь про птиц мультик? Нет. Рио не помнишь? Будем пересматривать. Смешные. Они манго. Посмотри, вон она пришла к тебе. Ой, они пришли. О, что это? Это игрунка Жафро. Мам, пошли, давай. На какую или, да? Ой, какие смешные они. А, вон они махонькие, да, смотрите, какие. Вон кутяточки такие сидят. Олени медитируют, Гер, да? Да. А, поэтому они так сидят, понятно. Олени медитируют у нас. Броненосцы. Герыч решил еще в автоматы поиграть. Давай, стреляй его, ты чего? Скорее стреляй.
Ха-ха-ха! Черт! Гол мне Герыч забил. Так, кто чего, а мы едим пиццу. Маленький Герыч уже засыпает, и сейчас поедем домой. Все, у нас прошел прекрасный день. Мы сидим вот в таком ресторане над бассейном. Заказали себе вот того ската и сама. Сейчас приготовят, принесут. Да. О, смотри, какой огромный скат, Гера. Смотри, смотри, плывет, видишь? Электрический, да. Ну, вообще, океанариум понравился, конечно. Надо с пищеблоком там что-то сделать. Хотя покушать всегда можно, перейти в Вегас и там в ресторане каком-нибудь пообедать. Вот. Весело, весело. Место, в котором можно прекрасно провести день с семьей. Сначала сходить в океанариум, потом пошопиться. Или там наоборот это все сделать. Покушать, там же в кинотеатр сходить. И получить удовольствие на все интересы. В общем, вот так вот. Будет у вас возможность, посещайте Крокус Экспо Океанариум. Там здорово. Я еще хочу, может быть, там дайвингом заняться. Попробую, если получится. Так, ну что? Ребята, мы вернулись домой. Давайте, рассказывайте, кому что понравилось в океанариуме. Мне понравились птички. Так. И черепашка. Она маме наша классная. Черепашка понравилась. Да, полтонны этого бусечки, да? Бусечки вообще, бусюнечки. Да, Герыч у нас хлопает по столу, ему птички понравились громче всех. Вот так они летали, да, вот так они махали. А тебе что понравилось? Мне понравилось. Варан, пингвины, черепашка, и мурена. И мурена? Понятно. А у нас кто-то нерпа есть какая-то? Да. Кто? Тетя. Как ее зовут? Какая тетя? Тетя нерпа. Тетя нерпа? Тетя Марина? Да. Нерпа она, давай привет передавайте ей. Это нерпа, привет! Мы тебя сегодня видели, нерпа. Видели тебя в океанариуме. Все, ребят, в общем, нам все понравилось. Замечательно. И если у вас будет такая возможность куда-то выбраться, неважно, в океанариум или еще куда-то, обязательно берите своих родных и вперед. Получать всякие удовольствия. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Спасибо за просмотр. Маленький вам лайфхак. После того, как вы посетите океанариум, если пройдет более 3 часов, а вы оставили автомобиль на парковке, подойдите к администратору, сделайте отметочку, чтобы не платить при выезде. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!